Так, работаем с ногой человека, наш тренинг по мануальному массажу, сзади. Перешли теперь к стопам, да? Вот для этого, смотрите, мы зажали стопу отдельно, все ее косточки, от голени, да? Второй рукой захватили стопу сверху, а пальцем уперлись в пятку. Ну, как теннисную ракетку, знаете, вот хватает, да? И быстро, энергично раскручиваем стопу отдельно, как будто хотим отделить от голени. В одну сторону и в другую. Размотали ее, да? После этого перехватили повыше ногу. Ой. Ну, ногу и своей рукой за пятку, да? Теперь отдельно от пятки. Откручиваем. Перехватили повыше. Эту руку тоже передвинули. Отдельно верхнюю часть. Но держимся уже практически за большой палец. Вот этот, за косточку большого пальца. Перехватили повыше и отдельно большой палец раскручиваем. Избавляя человека от вот этих вот шишечек, да, которые плюс на кости у нас выходят. После этого подергали пальцы. Ну, сначала их смазали, да, дополнительно вот так размяли быстренько. Массаж стоп вообще отдельная процедура, можно ее отдельно делать, да. Ну, мы так по-быстрому вот их размяли пальчики. Можно хаотично, можно так мягко потянуть их. И потом подергали на себя. Часто они прощелкивают, чтобы дернуть, желательно петлю такую сделать пальцем, как вот мы за него зацепились, за палец, да, и чуть нагнули от себя, в ту сторону. И после этого дернем. Разворачиваем стопу вертикально вверх и прорабатываем переднюю поверхность пальчиков. Делаем это мягко, нежно. Заходим между пальцами, вот эти перепоночки тоже поминаем. И как бы, если хотим мягко сделать, невзначай, человеку нажимаем на середину пальца. Они будут хрустеть. Этот палец тоже вперед нажимаем. И поскольку косточка торчит, да, мы упираемся в кость и нажимаем отдельно, в бок, вот туда. Тоже нужно поставить палец на место. Растираем верхнюю сторону стопы. И устанавливаем руки, как бы делим стопу по оси пополам, да? Устанавливаем руки так и пытаемся вот всеми своими пальчиками его пальцы ног раздавить и отодвинуть вот эти косточки друг от друга, расширить их, да? Расширяем их, а потом закрепляем в этом зажиме ногу, стопу поплотнее, поставили ее перпендикулярно, чтобы был везде прямой угол. И развернули от себя. Вот уже хрустнуло. Чуть поближе. Ну, вот это вот три раза можно. То есть раз, два, три. Теперь этот же зажим перехватываем вот так. Плотно, да? И всем своим корпусом разворачиваем стопу в эту сторону. Вот. Уже был кое-где хруст. Слышали, да? Вот, таким образом мы поставили все вот эти вот сочленения. Вот здесь, вот здесь. Теперь переходим к... Ну, если хотите, можно большие пальцы тоже так одновременно все на него раз. Вот, мизинец сейчас хлопнул. То, что до этого не дошло. Но это уже, конечно, болезненно, это не для всех, у кого гибкость позволяет, можно делать. Потом растянули ногу в обратную сторону. Вот опять, и тут хрустнуло тоже. Вот за пальцы вместе, да, то есть мы растягиваем все мышцы и при этом ахиллово сухожилие. Вот оно открылось для нас. Мы теперь его натираем. Быстро, быстро, энергично, сверху вниз, гоним, гоним лимфу, кровь. Так что нога прям горит, да? Прошлепали, простучали стопу. Сейчас мы перейдем непосредственно к стопе. Саму пятку тоже... Как была леопарда, только теперь не на разжатие, а на сжатие. Сжимаем, как будто пытаемся отделить мясо от костей. Снимаем как будто кость. Ой, мясо с пятки. Потом с большими пальчиками и указательными прошлись вдоль всей пятки, также отделяя мясо. Лапы леопарда. Размяли эту сторону пятки. Если у человека шпора, она, как правило, бывает вот в этом месте, да? Где уголок пятки. Вот его продавили, простимулировали обязательно это место.
И теперь промассировали костяшками пальцев всю ногу. Но тоже нужно двигаться от периферии к центру, в сторону сердца. Всю стопу расплющили. Если это делать достаточно медленно и плотно, то человек не будет щекотно. Если вы делаете там легонечко, быстро, то щекотно, да, получается. А теперь все точки мы не будем изучать, их много. У нас сейчас не этому массаж посвящен, но просто их прожмем. Примерно вот эту вот поверхность прямоугольником вот так вот обозначили и поделили на клеточки, да. Вот. Ну, вот здесь как бы в центре толстый кишечник проходит. Здесь вот тонкий кишечник, здесь там печень, почки, селезенка и так далее. Здесь нос, горло, уши, тут вот глаз, ноздря, мозг, а мозг и мизинцы. Вот, я иногда, причем противоположной стороны, то есть я иногда человеку шучу, массирую, тут говорю, а ты знаешь, я тебе массирую левая нога, да, правый глаз, а сейчас губы справа вот массирую, да, а сейчас ноздри. Вот. И по вот этим секторам, да, которые мы поделили, просто прожимаем, не особо углубляясь, точки прожали, точки, 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 растянули ногу в сторону, опять пальцы прожимаем, да. Ну, вот тут точки еще вот под мизинцем, да, вот, вот где он сгибается, видите, и под большим пальцем. Если нажать вот туда чуть внутрь, под палец вот туда, да, там точка, отвечающая за половую сферу, стимулируется предстательная железа. Чувствительно, да? Да, чувствительно. Вот. Теперь у нас по принципу голографической реальности Вселенной, вот тут расположен тоже позвоночник. Здесь крестец, поясница, вот сам позвоночник пошел, вот тут шея, да. То есть эти точки можно тоже продавить и отдельно растереть. Растираем сверху эти косточки и зажимаем стопу на перепонках своих пальцев вот здесь. Зажимаем, как знаете, микрофон так вот висит вот аккуратненько, да? Вот. И так подергивали, приподняли, показали человеку, что надо расслабиться, и сами его расслабили дополнительно. При этом стопу раскрутили, вот тоже крутили, она свободно ходит, 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 вот икра расслаблена. Показали, что она расслаблена. И на этом как бы массаж стоп закончен. Дальше мы продолжим несколько мануальных техник с самой ногой, но это будет уже сет номер 5, поэтому не отключайтесь, а смотрите наше следующее видео.